Самое лучшее мое свидание в жизни было в караоке, как ни странно. Как ни странно. Нельзя так делать. У каждого своя изюминка. Пусть и странная. У меня много в окружении мужчин. И ни одного логопеда. Которые восхищаются мной, делают комплименты, какие-то подарки, но серьезных отношений у меня, в принципе, и не было. Давай подумаем, почему?